Итак, наш чемпион скромно удаляется. Сейчас мы его догоним. Товарищ чемпион, можно через 5 минут после старта? Ваши ощущения? Только для вас, Николай. Ваши ощущения? Я дам специальное эксклюзивное интервью. Как была борьба? Представьте себе, Николай, что вы учитесь 5 лет на физическом факультете. О, это мне легко представить. И наконец-то вы учитесь, у вас двойки, тройки, пятерки, пересдача. Ну, это не про меня, конечно. И наконец-то через 5,5 лет вы побеждаете в этой борьбе, заканчиваете физфак. Итак, дорогие друзья, вот так и мы 5 лет. Должен сказать, что справедливость восторжествовала. Да. Женя боялся, что займет второе место. Да. Я так понимаю, это у нас главный отсекатель. Да. Отсекатель чемпиона. Счетовод. Вы понимаете, Николай? Команда не может победить только двумя людьми. Это целая команда. Это Ваня, наш главный менеджер, продюсер. У нас есть массажисты, врачи. Это же целая, понимаете, инфраструктура. Кто ваш спонсор, Шаракин целая или кто? Целая индустрия. Нет, Шаракин, к сожалению, человек хороший. При поддержке правительства Москвы. Да, но он не может обеспечить такое финансирование. Безусловно, это правительство Москвы, ректорат Московского университета. Нам помогал Ваня. Если не секрет, зарплата счетовода какая у нас, если не секрет? Что? Зарплата это счетовода. Это большой секрет, и, пожалуйста, не снимайте. Да-да-да, нельзя снимать лицо счетовода. Вот, поэтому, Николай, 5 лет мы ждали, наконец-то мы ждались. Да. А где же ваша чудесная партнерша? Поэтому даже чувства переполняют, я сейчас расплачусь, поэтому я пошел, а вы берите только мою партнершу. Да, можно пойдем, сказать, Татьяна, что это пик нашей карьеры, как команды. Все, пойдем найдем Татьяну. Татьяна, вон она сидит. Так. Татьяна, через 5 минут после финиша, что ваши ощущения? Таня ощутила, повтори фразу. Нет. Повтори фразу. Нет. Это могу только Юле сказать. Так, Юль, повтори фразу, которую Таня. Нет, Таня поняла, что ее уровень повысился, скажем так. Да, потому что сегодня собирала вещи. Потому что какую-то одну тренировку и кто провел? Назови фамилию тренера. Шаракин. С тобой я делала одно упражнение всего лишь. Оно-то все решило. Да, это упражнение помогло Тане сбросить сразу 15 секунд на кроссе. Секунду на плавание. 3 секунды на спринте, секунду на плавание. Универсальное упражнение. Небось, его еще и помогает. Бывал на всех. Все, без медали я отказываюсь разговаривать. Привередливо, смотри. Да, ну... Когда предыдущие 3 года занимала вторые места, все, снимите меня, пожалуйста, А как, выиграла сразу? Поговорю, а тут это сразу все. Ну, ну все, посмотрели 7 раз на чемпиона. Таня, может, у тебя была улыбка напоследок? Вот, все.